Пока на улице снег и мороз, театр «Переселенцы» согревает сотни детских сердец. Здесь малыши из Донбасса навестил святой Николай. Правда, волшебный дедушка оказался непрост и появился не сразу. Так что, пойдем на поиски святого Николая? Да! Дело в том, что мы узнали, где на самом деле живет Николай. Сегодня все дети доберутся прямо к нему домой, в его комнату. И если они хорошо себя вели, тогда получат подарки. Но сначала нужно было выполнить творческие задания. Нарисовать картину, сделать аппликацию, мотанку. Процесс увлек не только деток, но и взрослых. Одной дочке 4 года, другой дочке 10 лет. Они уже мотанки сделали, и теперь пришла мама. За вот такие мероприятия мы очень благодарны. Это действительно дает детям очень хорошую психологическую разгрузку. Вот, очень приятно, хорошее впечатление, хорошие эмоции. Это очень важно. Волонтеры же неустанно перевоплощали в сказочного героя каждого желающего. Мне очень нравится помогать вообще, и очень я люблю детей, поэтому у меня такие позитивные эмоции, я прям переполнена ими на самом-то деле. Так что это очень такой увлекательный процесс, и все очень здорово. Пятилетняя Софийка всего несколькими взмахами кисти превратилась в бабочку. Образ носит гордо и с радостью, но больше все же ждет другого. Мне нравится, когда подарки дают сегодня. Подарки обеспечило посольство Германии, а представительство Бельгии приготовило малышам сладкий стол фирменным национальным угощением – бельгийскими вафлями, которые успели полюбить во всем мире. Для меня стало неожиданностью, как быстро бельгийские вафли завоевали популярность. Но что делает их такими особенными, я не скажу. Это секрет, который мы очень бережно храним. Важнее, чем угощения и подарки, для детей могут быть только желания. Ведь святой Николай наконец найден. Теперь он готов выслушать каждого. И малыши открывают сердца. Рассказывают, как сильно скучают по родине. Бабушка, дедушка, или, да? Там живут? Вы говорите на телефон, да? У тебя все будет хорошо. Желание почти у всех одно. Самое сильное и искреннее. Чтобы больше не было войны. Любовь Задорожная, Ярослав Матяш, UATV.